Ребят, всем привет! Сегодня мы работаем в Центре международной торговли. Очень интересное мероприятие. Я немного о нем расскажу и, как всегда, расскажу о работе эфирной бригады с этого форума. Серег, привет. Сейчас что-то снимаю, секунду. Сейчас стоп. Days. Такое мероприятие, оно уже, кстати, идет 6 лет. В прошлом году был перерыв из-за пандемии, а сейчас опять возобновили. Это, на самом деле, конференция цифровой безопасности. Здесь у нас, ребят, студия на 3 камеры. Здесь берется интервью. Здесь стоит поликам наш, операторский экран. Поликам, он связует как раз... делает основной следующий план, он показывает у нас здесь всю поляну. Вон Никита ходит, пока перерывчик. Сейчас встанет, будет весь день летать на нем. А пока гулять, развлекаться. Пока гулять, развлекаться. Включать новое и снимать, конечно, видео в Инстаграм. В этом году все службы сидят в одном месте, в одном таком длинном коридоре. Не знаю, хорошо ли это плохо. То есть все службы, и звук, и видео, и свет, и мультиэкраны, и какие-то логистические службы. Ребят, в чем суть? То есть организаторами был построен такой мини-макет города. В этом городе есть и заправки, и гидроэлектростанции, и аэропорты, и, соответственно, команды хакеров пытаются это все взломать. И, соответственно, есть другие команды, которые защищают. Есть команда атакующих, защищающих. Они взламывают это сутками. И днем, и ночью, и, соответственно, мы, ну, ночью мы не снимаем, но мы снимаем днем. Ребят, все это очень интересно, и с каждым годом на этом мероприятии все больше и больше народу. Соответственно, и камер, и съемочная группа вырастает все больше и больше. Если в прошлых годах было только несколько кранов, поликамов, то сейчас в главном зале работает паук, наша новая ПТС на камерах Grassfire LDX-82. По оптике здесь два дальнофокусных объектива, два 40-кратника от Canon, по оптике по бокам, три камеры в центре на пьедесталах. Они тут тоже рассчитаны и на интервью, и на зал. Паук летает постоянно, практически нон-стоп, все время работает. Кстати, вот еще несколько GoPro заведены в тракт. У этой трансляции целых два режиссера. То есть один режиссер работает чисто на зал. Он управляет и пауком, и камерами с длинным фокусом, и камерами на пьедесталах, и, соответственно, ребятами, и операторами, которые работают в режиме ТЖК, он собирает картинку зала. Соответственно, есть второй режиссер, который собирает все вместе. Он, соответственно, забирает картинку из зала, миксует ее с картинками из холла и, соответственно, из студии. В студии нон-стоп берутся интервью участников форума, то есть все, жизнь кипит, и все это вот так вот снимается и стримится постоянно с 10,
аж до 7 вечера. Да, вот это световое шоу в начале дня. Цифра. Четверочка, да, я вижу. Подожди секунду. Спасибо. Четверочка. Блин, прикольно. Суровый Никитос. Раньше ты весело работал. Ну, так как я из университета, я в первую очередь не хочу. На пауке камера Sony боксовая. Я сейчас не помню точно ее номер. Я ее найду и фоточку выложу. Так вот, паучок здесь. Здесь все по воздуху, все сигналы, да? Да. И управление, и видео, и все, да? Да. Смотри, как его трясет, оказывается. Вау, за счет того, что голова гиростабилизированная, трехосевая, да, она все стабилизирует. То есть даже если тряска на тросах идет, голова все ставит. Хотя мы висим на нулевом канале, сюда подходим, вот сюда. Через нас, через петлю. Здравствуйте, можно вас подснять? Ничего страшного. Да нет. Не против? А вас трое в смене, да, получается? Да. Техник, оператор и оператор самого паука, да, получается? Угу. А вы с матчей или с мужиком? Нет. Другая компания. Другая вообще? Не мужиком? Нет. Раньше общался, вроде как только у них были. Не только. Они же были и на Красной площади, и везде. Ну, кто с кем работает, скажем так. А ваша компания как называется? СВС. СВС? А сколько стоит аренда, если так вот называется? Ну, точно не могу сказать. Ну, где-то в пределах там от 120 от 160. От 120 в зависимости от всяких допов, да? Да, в зависимости от системы, там голова, какая камера. 120, да? 128 часов. Или 10-часовая у вас? Ну, телек 10 часов. Телек 10. Здесь кино 8. Кино 8. А почему такая разница? Я не знаю. На 40-х что. Здесь сейчас стоит Сонька боксовая, да, бродкастовая. А на кино вы что ставите? Алексу? Алекса мини, рот можем поставить. То есть все, что заказчик попросит, то есть ставите, да? Говоря, то есть голову можно любую, вот там смарт повесить. А голова у вас сейчас американская, да, голова? Шведская. Шведская, да? Это какая-то специализированная под ней? Ньютон. Ньютон, да? У нее получается 3 оси или 4? 3 оси. 3 оси, да? Клево, да, выглядит красиво. 3 оси плюс по панораме 360 без ограничений. То есть она может вокруг своей оси крутиться в одну сторону. Понятно, то есть нет у нее вот этого. Да, то есть. А, ну, на остальных осях, соответственно, есть. Ну да, да, да. То, что без капеля вообще круто. И ничего не рвется у вас? Здесь получается расстояние. Это же ваш, да, стоит? Ресивер. Ну, вот больше здесь. А, вот здесь вот стоит, да? А, ну в принципе здесь расстояние-то, да, здесь. Недалеко. А сам он произведен где? В Китае, да? Или Японии? Ну, вот сам паук. Ну, трос-система? Да, трос-система. В Москве, в России. В Москве, в России. Ничего себе. То есть это вы прям делаете? Не мы, есть компания G-Mechanics. G-Mechanics уже делают? Давно уже, довольно такой. А камера вот эта, камера ваша, да, получается? Да. Камера, оптика, все управление наше. А, то есть просто иногда вот приезжают, вот мы спецтехника приезжаем, когда там с головами. Нам мы иногда объектив берем у ребят место. Ну, скажем, как мы. Здесь и ваш, здесь ваш, да? Ваш B4, да? Наша оптика цифровой Canon Shirik. Canon Shirik, да, с цифровым управлением совсем, да? Соответственно, все у вас распаяно сразу в пульт.
чисто как бы... Ну, там как бы сама головка подразумевает, у нее есть там физбокс, так называемый, у которого есть управление для цифровых, а объективы для фуджиновых каналов. Ага, ну понятно, ну да-да-да, Xbox, я знаю, у нас такой есть. Красиво, ну будем знать, 120 где-то, да, ориентироваться. То есть, ну, а если вас заказать, как-то у вас сайты есть, да? Да, есть. SVS, да, вот называется? svspro.ru. Prom.ru. Ага. На сайте зайдем, посмотрим. Ну, да, 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 вижу. СВС. Если знаете Яшина Игоря, то есть, ну, в принципе, можете к нему обращаться. Окей, не, ну и вот так. Не, в лицо-то я многих знаю, сколько стоит, чтобы понимать. Ладно, спасибо. Никитос, с пауками пообщался. Короче, знаешь, сколько цены не стоят они? 120 тысяч смена. Часовая. Опять узнаем. Это не тайная инфа. Ну, это вообще известно, что... А ты думал, сколько? За 25 они летают? Можно заказать, 10 поликамов, да? 6 поликамов. Ну, да. 6 поликамов, да. 6 никитосов. Да. Вот выбирайте, 6 никитосов или один паук. Даже я выбрал паука. Да, даже ты бы выбрал паука. Нет, заказывайте поликам. Поликам — это круто. Ссылка в описании. Эти люди, которых вы видите на сцене, 70 часов подряд искали уязвимости, но успешно их находили. А главное, что они не просто находили уязвимости типа RCE, какие-то выполнения команд, что-то простое из вебчика. Они действительно находили реальные бизнес-риски, которые приводят к большому ущербу. И это очень круто. Играйте, короче. Это крутые организации, которые в последнюю минуту планируют сетку, планируют доклад, инвеста, и мы все это планировали в старом месте. И потом приходит, значит, Александр, и такой говорит: ребята, а мы занимаемся этим, как мы делаем? И мы такие: ааа, мы закрыли согласный воздух, такого пешего. И мы всегда, конечно, делаем, у нас же не было возможности. Знаете, заказать футболки. Вот и Поликам смену свою закончил. Сидит там, что-то опять монтирует, контент готовит. Угадал? Угадал. Угадал. Че, как материальчик тебе наснял сегодня? Зацепись. Сейчас соберешь свою удочку. Все, что наловил рыб, все аж дёвую из дёвую, и поедешь, поймаешь домой, рыбку эту сушить. Прикиньте, серьезно, этот проект только народу повстречал. Между прочим, советую на эту гранделе тоже подписаться. Очень интересная закадровая житуха, именно закадровая техничка.